Да ты просто вся сияешь. Что ты улыбаешься, как блаженная? Просто улыбаюсь. А что? Рассказывай, а то я сейчас умру. Во всех подробностях. Мне нечего рассказывать. А вот ты помешалась на своем вибраторе. Ты права. У меня уже раздражение от пластмассы. Кто он? Я его знаю. Выкладывай. Ты его видела? Видела. А почему же я не соблазнила его сама? Какой кошмар. Кто он? Это Зик. Он был у меня на новоселье. Молодой, красивый. Боже, я тебя ненавижу. Ненавижу. Ну и как он? Говори. Ненасытный самец? Я уверена, они все ненасытные в этом возрасте. У них там все звенит. Как я тебя ненавижу. Лютой ненавистью. А мне достался другой. Думала, что не прогадала. Какое там? Боже, за что? Должно быть, я согрешила в прошлой жизни. Постой, с кем ты была? С Джеком Лэнсфордом. Но у него с этим делом большие проблемы, поверь мне. Мы сняли номер в гостинице. И что было дальше? Ничего. Вообще ничего. Никаких телодвижений. Он все выспрашивал о тебе. Может, тебе пригласить его на свидание? Потом хоть расскажешь мне, есть ли у него там вообще что-нибудь. У тебя ничего не болит? Скучаю по тебе. Я до сих пор чувствую твой запах.